Уважаемые зрители, друзья, вы на канале АБН, и сегодня на связи со студией директор Череповецкого литейно-механического завода Владимир Баглаев. Владимир Николаевич, рад приветствовать. Здравствуйте всем. Не будем задерживаться, наверное, сразу приступим, да? Да, я хочу сказать, давайте повеселим зрителей немножко перед началом, расскажем предысторию этого эфира. Когда я вам предложил подвести итоги российской экономики в 2023 году и, может быть, поделиться со зрителями какими-то мыслями по экономике 2024 года, вы сказали, а не рано, еще вроде только ноябрь месяц. Я говорю, Владимир Николаевич, не рано, потому что, боюсь, в декабре уже будет не до этого. По политической ситуации, но это шутка, конечно. Если серьезно говорить, российская экономика в 2023 году, какую оценку поставите? Или, может быть, давайте так, каким одним словом ее охарактеризуете, желательно литературным? Ну, наверное, бы я это назвал, как вот ни странно, болото. Одно слово болото, оно литературно вполне себе. В принципе, как стояло и пахло, так стоит и пахнет. Вот одним словом. И лягушки квакают. Ну, кстати, в этом плане даже больше, чем обычно. Вот, безусловно, так. Поэтому я могу, конечно, попытаться объяснить свою позицию. То есть, с моей точки зрения, начатые те или иные процессы, более чем полтора года назад, они должны, на мой взгляд, привести к определенному изменению как по берегам этого болота, так и внутри его. Но если честно глядеть правде в глаза, то по большому счету ничего, вот, казалось бы, да, риски фрагментации страны, там, переориентировка туда, нет, ничего не изменилось. Вот просто ничего в плане экономики. Как инвестиции не стимулировались в России, так они стимула нет никакого. Как зажималось производство с высокой добавленной стоимостью, так оно зажимается. Как стимулировался дешевый импорт и уничтожение импортозамещения при лозунгах поддержки импортозамещения, так это происходит. Как отсутствовала поддержка высокотехнологичного экспорта при лозунгах, что мы его поддерживаем, так оно и происходит. Ну и с моей точки зрения, по большому счету, может быть, лозунги стали погромче, как вы говорите, квака не больше раздается. А все остальное, говорить про ВВП, там 2% вниз, 2% вверх, так это болото. Оно и есть болото, но что тут, волны что ли ходят? Поэтому в данной ситуации не то чтобы это было плохо или нехорошо, то есть могло быть хуже, могло быть лучше, но вот есть так, как есть. Ну что, тогда, как обычно, разберем подробно. Да, вот есть мнение, что то, что происходило в экономике в 2023 году, называется термином экономическим смещенный рост. Он как раз пришелся на те регионы, которые ничего не имели раньше. И его источник – госбюджет, да, государственные расходы. Результаты этого роста, Владимир Николаевич, ну, очевидно, будут не такие, какие бывают у естественного экономического роста и в плане мультипликативности, и в плане долговременности, и в плане сбалансированности и так далее. Ну, смотрите, давайте не будем это слово подбирать. Вы интересную мысль отметили. Там, где раньше было плохо, сейчас стало немножко лучше. Естественно, почему? А где было плохо? У нас было плохо там, где еще оставались те или иные заводики, плюс-минус, большие, маленькие, где что-то еще производилось. Это как у нас в России до этого момента под лозунги развития всемирного персонал перетаскивался в офисный плантон московского, питерского посола, то, естественно, там было плохо. Таким образом, опять-таки, вы говорите, тайная поддержка. А за счет чего эти заказы могли быть осуществлены? Так или иначе, нужно две составляющих любое производство, которое еще живое. Это для роста производства необходим объем оборотных средств. И для того, чтобы поднять качество и снизить импортозависимость, необходимо также развитие оборудования технологий. То есть и то, и другое требует денег. Так как источника частных инвестиций и капиталовложений в России не существует, я с Михаилом Исхазиным полностью согласен, что Центральный банк, по сути дела, вместе с Минфином полностью уничтожили как возможный источник инвестиций, ну, любую, кроме государственной, в общем-то,
в Ливане речку, так скажем, перекрыли. И, соответственно, бюджетный импульс в рамках неизбежных решений по поддержанию того, что еще живое, конечно же, этот импульс, он подтянул с большего уровень доходов в этих маленьких, небольших городах, где сохранились те или иные провинциальные заводы, так скажем, аккуратно, да? Ну, с другой стороны, я вот общался с разными предприятиями, которые так или иначе касаются нашего авиастроения. Там, конечно, по объемам все не очень просто, но, с другой стороны, то, что я вижу, безусловно, уровень доходов там более чем вырос. То, что за эти 1,5 года подняли все, что можно, не можно лежащее на полках наших двигателей конструкции, довели до производства, до как минимум опытных образцов, это уже доведено. Поэтому, соответственно, тут, правда, другая сторона медали. То есть, если вы не отдаете людей из провинции, а кто будет заселять понастроенные квартиры в Москве и Санкт-Петербурге? Другого источника-то населения, кроме того, что вы собирались перетащить из провинции, ведь не осталось. То есть, если сейчас, допустим, у меня высокого уровня станочники, расточники, предположим, они за 200 и выше получают, ну, такого уже, как бы, наверное, в Москву перетянуть, наверное, сложнее, да? Ну, скажем, рабочий класс разного уровня квалификации, ну, от сотки и выше, даже на нашем заводе, в принципе, вполне себе зарабатывает. Просто потому, что работы сейчас много, безусловно, много у тех заводов, которые, в принципе, были заточены на отечественные технологии и, так скажем, более-менее не зависели от импорта в том или ином виде. Хотя, наверное, импортозависимость, она в любом случае присутствует на любом самом отечественном заводе. То есть, хочешь не хочешь, там, вспомогательные материалы, там, ну, все равно есть проблемы. Где-то больше, где-то меньше. Тем не менее, заводы заработали, соответственно, вопрос о том, насколько этого хватит, да? А это, на самом деле, вопрос хороший. Сейчас, на мой взгляд, сложилась какая-то странная ситуация. Я бы ее назвал, страна привыкла к тому, что мы ведем какие-то там действия где-то как-то. И с точки зрения вот работы министерств, ведомства, там, налоговых инспекций, разных там офисов «Чистый воздух», и там Министерства культуры, Министерства финансов и даже Центрального банка, полное ощущение, что для них никаких форс-мажорных обстоятельств не происходит, они ведут себя точно так же, абсолютно точно так же, как будто вот 2 года назад. То есть те же самые правила поведения, принятия решений. Ну да, с Запада ситуацию перекрыли, пошли на Восток. Помните, около 2 лет назад был форум питерский, где Герман Греф, я тогда помню, делал по этому поводу материал, задал вопрос перед элитой, которая попала к нему на завтрак. И он, в общем-то, этой элите задал вопрос: как вы считаете, будет ли эта нынешняя ситуация, приведет ли к тому, что Россия начнет развиваться, или просто будет поворот трубы с запада на восток? И вы помните, что более 2/3 элитного состава, который присутствовал у Германа Грефа на завтраке, а это люди, которые обладают информацией, инсайдом, хорошо понимают, что происходит, более 2/3 сказали, что они не верят в развитие страны, а эти люди занимаются тем, что управляют нами. Они сказали, что никакого развития не будет, будет поворот трубы с запада на восток. И проголосовали таким образом на завтраке. После этого проведена беседа, что нельзя быть такими пессимистичными. Вы, конечно, обладаете инсайдом, вы, конечно, классные ребята, но можно чуть пооптимистичнее, хотя бы для вторичного голосования. Еще раз проголосовали, ну, уговорил ребят, половина проголосовали, что будет развитие, половина проголосовала за то, что будет поворот трубы на восток. И дальше возникает вопрос. Вот прошло какое-то время, и уже можно так или иначе говорить о том, об итоге, что получилось. А в итоге, в принципе, получилось, и об этом, не скрывая, говорят и руководители разного направления правительства, и самое высшее руководство, мы зафиксировали все движения в плане поворота трубы на восток. Потому что какой бы форум ни проходил, с чего начинается форум экономический, любой экономический форум,
Первый момент. У нас развивается туризм, и поэтому теперь можно как бы не ездить в Западную Европу, можно у себя на Байкале отдохнуть, и мы поддержим такого рода. С точки зрения моей, к развитию это не имеет никакого отношения. И второе, мы здорово вложились в то, чтобы поменять логистику, изменить те или иные направления нашего товара, так сказать, привычного для внешнего мира. По большому счету, это та самая труба на восток. И практически ни в одном серьезном форуме нет руководителей правительства, нет тех или иных руководителей более-менее низкого уровня. Я не слышал о том, что кто-то похвалился, что ну, что-то по-настоящему серьезное в экономике произошло, что позволит поднять производство добавленной стоимости и благосостояние нашей страны за счет этой самой производства. Хотя какое-то время назад мы еще слышали о том, что одним из драйверов развития экономики является наше жилищное строительство ипотечное. Но, видимо, сейчас люди начинают понимать там вверху, что лучше об этом сейчас не вспоминать. Потому что сейчас это как грохнет. Поэтому эту тему как бы перестали как локомотивную поднимать. А так, по большому счету, из всех драйверов развития экономики у нас обозначаются сейчас два. Это развитие туризма и развитие и перенос схем логистики с запада на восток. Гордиться этим как тем, что мы начали что-то делать с нашим болотом, да нет, не соглашусь. Друзья, отвлечемся на пару-тройку минут. Так, слегка переключимся, что очень хорошо для мозга, и дам вам информацию, которую, как я надеюсь, для многих из вас окажется полезной. Не надо быть футурологом, чтобы при внимательном взгляде увидеть, что мир опять стоит на пороге очередной технологической революции. Нравится нам это или нет, но человечество готовится сделать очередной шаг в развитии цифровых технологий, и ожидаемый прорыв в этом направлении может в корне изменить весь образ жизни людей. Конечно, такое будущее цивилизации представляется не то чтобы туманным, но достаточно отдаленным. Однако, многие черты этой новой цифровой эпохи видны уже сегодня. В частности, бурно развивается сфера IT. IT-технологии уже сегодня неотделимы от всех сфер экономики. Проще говоря, они помогают бизнесу зарабатывать. Не к ночи помянутый Билл Гейтс говорил, что если вашего бизнеса нет в интернете, значит и вас нет в бизнесе. Эти же IT-технологии делают жизнь легче и позволяют экономить время, а люди, занятые в IT, много зарабатывают. В IT можно работать удаленно, там неограниченный круг общения, открывающий возможности для быстрого карьерного роста и самообразования. И хоть в IT с каждым годом приходит все больше специалистов, дефицит кадров сохраняется. Число вакансий растет быстрее, чем количество кандидатов. В IT вы не привязаны к городу или стране, а уровень зарплаты не зависит от региона. Вы можете выбрать крупную международную компанию или небольшой стартап в вашем городе. IT-специалисты нужны везде. Причем все время появляются новые специальности. Это очень динамичная сфера. Вот неполный список специализаций, которые уже есть или появятся в ближайшее время. Архитектор виртуальной реальности, сетевой юрист, цифровой лингвист, разработчик нейроинтерфейсов, IT-евангелист, киберследователь, консультант по безопасности личного профиля, дизайнер эмоций, риск-менеджер в сфере кибербезопасности, IT-медик и много-много других. Бьюсь об заклад, развитие IT в ближайшее время будет чем-то вроде большого взрыва, породившего нашу материальную вселенную. Только этот большой взрыв 2.0 породит вселенную цифровую. Как же не остаться на перроне и не опоздать на этот поезд будущего? Ответ очевиден. Идите в IT, несмотря на предыдущую профессию, образование, возраст и всякие прочие причины такого рода, заставляющие нас неподвижно находиться в любимой вмятине любимого дивана. Поэтому рекомендую вам, если хотите поменять карьерный трек, курс Python-разработчик от Product Star. Почему Python? Его легко учить, он очень распространенный и может быть задействован где угодно. От создания чат-ботов до создания сайтов, приложений, игр и систем рекомендаций. Поэтому питонисты одни из самых востребованных во всем мире. А средняя зарплата таких специалистов в России сейчас 140 тысяч рублей. Курс «Профессия Python-разработчик» от Product Star
подходит тем, кто никогда не программировал или пытался и застревал в самом начале изучения. Почему Product Star? Ребята хорошие, надежные, еще и профи. Учиться будете у топовых специалистов из Амазона, Яндекса и других крупных IT-компаний, которые вам расскажут секретики безопасности в этих самых интернетах. После этого вам никакой вирус страшным не покажется, тем более 80% обучения практика скучно точно не будет. При этом для эффективного обучения вам не придется забрасывать работу, друзей, семью. Product Star позаботился о том, чтобы обучение проходило плавно и комфортно для каждого студента. Все новое в жизни всегда трудно принимать сразу, тем более смену профессии. Тем более, для еще более персонального подхода Product Star подберет вам прекрасного опытного ментора, который не только ответит на все ваши вопросы, но и поможет с домашними заданиями, поделится своим опытом и будет персональным наставником и другом. Также только сейчас университет дает гарантию, что в первые полгода обучения вы его окупите. Как? Уже в первые полгода обучения вас устроят на стажировку в компании-партнеры, причем не просто стажировку, а оплачиваемую. Product Star гарантирует, что найдет вам работу. Причем вы сами выберете условия, компанию, а может быть и вовсе уйдете на фриланс. Для этого у Product Star уже есть партнер. Самая большая фриланс-площадка FL.ru. У них есть и карьерный центр, и персональный консультант, который резюме составит, и на испытательном сроке помогут аж до окончательного оффера от компании мечты. Одним словом, не пропадете. Если вдруг почему-либо работу не найдете, деньги за обучение вернут. Все честно. В честь Черной пятницы Product Star дарит замечательную возможность. Не только огромную скидку до 65%, но и университет найдет вам опытного разработчика, вместе с которым вы пройдете тестовое техническое собеседование в компанию, куда хотите попасть. Для программистов техническое собеседование – ведь один из самых сложных этапов трудоустройства. Представьте, какими подготовленными вы придете после подробного разбора сотрудником компании вашей мечты. Регистрируйтесь по ссылке в описании или QR-коду. Вы получите скидку до 65% и техническое собеседование с опытным разработчиком. Или возможность пройти тестовое техническое собеседование в подарок по промокоду большими буквами «Бобылев». Удачи вам на новом и интересном поприще, друзья! У меня три вопроса по тому, что вы сказали. Прямо по порядку их буду задавать, я их себе пометил. Вот вы сказали, 200 расточник получает, там обычной рабочей специальности больше ставят, хорошие зарплаты даже для Москвы. Но, насколько я знаю, в Череповце, например, есть заводы Северстали. Есть конкуренция сейчас за рабочие кадры между самими промышленными предприятиями? Переманивают людей? Значит, смотрите, в Череповце безработицы нет совсем. Вот, я бы ее сказал, что она отрицательная. И я не буду говорить про Северсталь там и про... Ну, вот те плакаты, которые висят у нас от крупных компаний в городе, ну, как бы это помягче сказать, уровни, которые они предлагают, вы правильно сказали, что с точки зрения даже московских зарплат они их переплевывают в разы, просто в разы. Я готов, вот говорил, то есть там токаря 5-6 разряда, то есть 120 рублей плюс квартира, плюс жену, детей устроим, здесь на месте поселим, даже без вопросов, приезжайте, нету никого, никого в стране нет. То есть там, где есть, они худо-бедно держатся. Мне там рассказывают, у нас где-то там, в каком-то месте, в каком-то там Удрюпинске, мы работаем за 40 тысяч, я не верю, там зарплату рабочего 100 тысяч, ну не верьте. Кто верит, приезжайте, работайте. И еще раз, если человек работает где-то за станком за 40 тысяч и не хочет поменять место работы, это значит, дело не в том, что нет работы, значит, человеку уже ничего не надо. Вот и все. То есть я в свое время, допустим, вы же знаете, я трудовой мигрант, да, я выехал из Беларуси, ну, нужно было где-то зарабатывать, нужно как-то было жить, но я поехал туда, где платят, где дают работу, так или иначе. И я по России ездил, ну, работал, наверное, какие места там? Хабаровский край работал, Хабаровск, Краснодар, Владивосток, там, Междуреченска, Кемерово, Норильск, Оленегорск. Ребят, если... Так вот, Череповец это не Оленегорск, понимаете? И даже не Комсомольск-на-Амуре. Это город, где есть все и рядом. И
Я скажу честно, мы не можем найти людей. И когда мне говорят, вот, а как же там туда, вот мигрантов, вся проблема в том, что на завод мигранта не призовешь. На заводе нужны люди высококвалифицированные. И это проблема на самом деле. И опять же, как вы правильно сказали, готовить кадры самому тоже невыгодно. Объясню почему. Дело в том, что как завод-то небольшой, себе кадры подготовишь, серьезная компания международного уровня, так скажем, легко поднимет зарплату и перебьет тебя по твоим предложениям. И для кого ты подготовил кадры. Этот момент, который на самом деле, это вопрос не нашего предприятия. Что касается производств, это сейчас полный трэш по всей стране. Ты с кем не общаешься, проблемы. Это при том, что мы реально вот сейчас уперлись из-за кадров возможности увеличения объема производства. Они требуются, 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 требуются. И это первый момент. А второй момент, конечно, в этой ситуации надо повышать уровень технологичности производства. Безусловно, так. То есть для того, чтобы сделать больше, надо ставить технологии, которые более эффективные, более автоматизированные, более высокопроизводительные. Я полностью согласен. А теперь посмотрите на ставку рефинансирования Центрального банка и скажите, а под какой процент надо рассчитывать сейчас покупку оборудования для того, чтобы... И как вообще посчитать эффект? Вот буквально на днях состоялся форум, ну, выставка «Металл Экспо 2023». И я, конечно, эта выставка, конечно, была забита людьми, то есть, так как Восточный базар, я давно не был, чтобы так плотно присутствовало количество людей. То есть, с точки зрения работы у производственников, промышленников, вот сейчас просто все шуршит, шумит и по полной программе. И я подхожу там, к крупным компаниям, там, нашим сталелитейным, «Магнитка», там, «Липецк», «Северсталь», другие, и пытаюсь, ну так, друг друга все знают, общаться, говорю, а как вот, я же знаю, как у вас было принято там считать, бизнес-план посчитать, окупаемость, вот такой-то процент заложить, такие-то дисконтирования. А как вы сейчас рассчитываете свои нормы дисконтирования, окупаемость и все остальное? И вы знаете, они мне сказали очень честно, то есть они поступают так же, как и я, а мы перестали рассчитывать все эти либеральные сроки окупаемости и все остальное. И просто потому, что в этом нет никакого смысла сейчас. Во-первых, вы не можете абсолютно предсказать, как себя будет вести любая валюта, вот просто любая. Это первое. Во-вторых, просто есть понимание, что вот на такой-то момент нужно такое-то оборудование. Оно просто надо и все для производства. И вопрос окупаемости вообще уже никого не интересует. Оно или будет, или нет. И завод с ним или будет работать, или завод без него будет хереть. Все. Вариантов не существует. То есть где эти пропали либеральные книжки, которым сейчас до сих пор учат в высшей школе экономики? Ребята, студенты высшей школы экономики, посчитайте, пожалуйста, окупаемость. Я... Вот у меня было два проекта, которые я с крупными заводами делал. Одним заводом мы сидели и согласовывали, почем надо купить станок, чтобы была окупаемость. Мы 1,5 года с ним бодались. В итоге, пока дободались, оказалось, что уже поздно считать, просто потому что цены на оборудование выросли в 2 раза, и ставки кредитования тоже выросли в 2,5 раза. Плюнули и забыли. А в другом месте, просто по интуиции, я набрал оборудование, не считая о том, что я как делаю, который сейчас работает в перегрузку, и меня вообще не волнует о том, делаю я под него бизнес-план или нет. То есть сейчас в России это тот самый случай, когда весь бизнес-план, неважно на каком уровне предприятия вы работаете, небольшое, среднее или международное, это вопрос интуиции, опыта и понимания же. Что тоже, в общем-то, по-своему не здорово, если так уж честно говорить. То есть, когда мы сейчас пытаемся завлечь, как мы, Эльвира Шагидадовна пытается завлечь иностранного инвестора, американского, немецкого, там, японского, для того, чтобы они нам подняли уровень нашей обороноспособности, импортонезависимости и авиастроительной космической отрасли с судостроением. Они же надеются. И уже столько лет. Они же пытаются сделать ситуацию более предсказуемой и стабильной, как они считают и говорят, да? То есть, ну ладно, без комментариев. В общем, сейчас здесь ситуация такая, что 23-й год я бы обозначил вот как вот на фронтах
когда две страны между собой стоят, и ни вправо, ни влево ни одна не может сдвинуться, там только перемалывают друг друга в боях. Так вот, у нас, по-моему, экономика 2023 года, к концу года, она примерно такая же. С одной стороны промышленники производственники, которым поставлена задача каким-то непонятным ни для кого способом, без снарядов, без пушек, без обеспечения, без логистики, без тыла, обеспечить себя оборудованием, оборудкой и закрыть потребности в импортозамещении и всем остальном товарном производстве. А тут постоянно стоят либеральные финансовые, так сказать, войска другого порядка, которые не позволят ни в какой мере промышленности в России развиваться. У них все нормально с логистикой, у них все нормально с обоснованием принимаемых их решений. То есть ни либералы не могут до конца додушить оставшихся промышленников, ни промышленники не могут достучаться до кого-то, чтобы найти управу на либеральных, так сказать, экономистов. То есть фронт уперся. Ну, что перемирие? Насчет ПМФ этого, который был все-таки весной, по-моему, это полтора года назад на данный момент, я хорошо помню и помню тон выступления. В частности, меня поразил тогда тон выступления Андрея Макарова. Он, кажется, глава одного из профильных комитетов Госдумы. Общем... Отличное выступление. На самом деле, я вот мог подписаться под каждой буквой, которую он тогда сказал. Как бы там кто-то не относился... Но текстовка была просто вот браво, я могу сказать, готов подписаться был. Да, да, неожиданно смело и сильно выступил. Но что касается, вы сказали, там все говорили о повороте трубы на восток. По оценке серьезных экономистов, не буду называть фамилии, а то вы их подвергнете критическому огню. И мне будет неудобно. Значит, перед бюджетом страны на 2024 год стоят по большому счету три задачи. Это оборонка, понятно, на первом месте. Второе – это социалка, удержать социальную сферу на приемлемом уровне. И нужны какие-то инвестиции в инфраструктуру этого самого разворота трубы на восток. Это ж не птички в воздухе развернутся. Вот. Так вот, есть авторитетное мнение, что этого Тришкиного кафтана, бюджета, на все эти три направления не хватит. Ваш прогноз. Будет этот разворот трубы, не будет? Смотрите, значит... Тут есть два момента. Первый момент. Разворот трубы на восток будет по-любому. При Тришкином кафтане или Мишкином кафтане, в любом кафтане поворот будет почему? Посмотрите на доходную часть бюджета. Она вся зависит от экспорта сырья и углеводородов. То есть, кого сейчас зажимают больше всего правительство? Это Газпром, там, всех остальных. Почему? Потому что это и есть сырье. То есть ситуация, в которой работает наше болото экономическое, без поступления внешней валютной выручки, у нас бюджет расти не может. Доходная часть бюджета. Соответственно, мы упираемся в расходную часть. Ну, это там долгая схема, ее можно нарисовать, но еще раз, она как бы основная. Поэтому... С точки зрения, если мы не меняем ничего в нашей парадигме развития, то, конечно, это проблема. С другой стороны, сказать, что у нас нет источников для финансирования наших потребностей, это тоже глупость. Вот. Потому что, еще раз, за 2022-2023 год из России ушло более 1 триллиона долларов США. Оно ушло. Это замороженные валютные резервы. Это только официальные цифры, которые легко перепроверить. Там на сегодняшний момент, наверное, если с начала специальной операции, мы уже триллиона полтора долларов США отдали за рубеж. Это, значит, замороженные активы, первый вопрос. Второй вопрос – это товарный профицит, то есть мы туда отгрузили больше, чем получили обратно. Это профицит счета текущих операций. Понятно, да? То есть туда заплатили больше, чем получили меньше. Соответственно, возникает вопрос. Значит, если мы из страны каким-то образом, сказочным или не очень, за полтора года умахали полтора триллиона долларов, это только официально, не считая неофициальных выводов. Там только одни физлица официально через свои счета на депозиты положили более 100 миллиардов долларов США. Наше нищее население российское за полтора года около сотни миллиардов долларов США положило денег на зарубежные депозиты под лозунги нашего телевизора, что туда больше нас не ждут. И там деньги лучше больше не хранить.
А физлиц за 100 миллиардов решили похоронить там, понимаете? Кто не похоронил там, те купили золото физическое, здесь непосредственно в России. И слава богу, хоть это в России осталось, где-нибудь по сейфам лежит или там под береза зарыта. Хоть на Запад не пошло, и то хорошо. Вот. Но никто не в этой ситуации, в золото, да, в валюту, да, в депозиты зарубежные, да, но в производство наше нет, никто, никак, нигде, совершенно. И банкам запретили, потому что такое ставка рефинансирования 15%? Это запрет банкам давать любые деньги, не только в инвестиции, но даже в оборотный капитал. Это смерть для любого производства, безусловно, это так. Поэтому с точки зрения того, есть ли ресурсы для того, чтобы обеспечить все из того, что хотелось бы, я скажу честно, вот на удивление действительно есть. Ну как, ну представляете сумму 1,5 триллиона долларов США, что на эти деньги можно было сделать? Ну она огромная на самом деле. И самое интересное, насколько мощная, невероятно мощная наша страна. Вы попытаетесь из какой-то другой страны достать за полтора года 1,5 триллиона долларов. Что с ней будет? А у нас 1,5 триллиона долларов достать, а мы сидим и считаем, хватит нам там туда-сюда, или может быть не хватит. Да мы вообще невероятно богатая страна. Просто вот непробиваемая с точки зрения вот богатырь, которого вот как бы бьют, ну синяк, ну два, ну пять, ну обидно, конечно, ну вот, ну разозлите вы меня куда-нибудь. И все равно ничего не делает, сидит как у своего болота. Поэтому вопрос не в том, что есть ли у нас сейчас возможность наполнить доходную часть бюджета, которая обеспечит необходимые расходы. В рамках той парадигмы, где мы работаем, у нас не хватит нашей доходной части для обеспечения соответствующих уровня расходов. Что неизбежно приведет ко всем проблемам, связанным с обвалу в какой-то перспективе рубля, потому что надо будет увеличивать доходную часть за счет увеличения валютной выручки в рублях выраженной, так скажем, со всеми вытекающими последствиями. Ну и бы недофинансирование, естественно, всех мероприятий, которые мы себе пропишем. Хоть инфраструктурные, хоть оборонные, какие-либо другие. А можно я поддержу вот эту вот эмоциональную волну, которую вы обозначили, раз уж вы первые на эмоции переключились? Вот. Вы, наверное, разделите мою эмоцию, Владимир Николаевич. Вот глядя, как бюджетные деньги пошли в экономику. Я сейчас не обсуждаю, куда, на что, просто вот констатирую факт. Так вот, глядя на этот самый бюджетный импульс, невольно возникает вопрос. Как помните в этом детском анекдоте про двух умственно отсталых мальчиков, которые золотую рыбку поймали? Ну вот, один там всякие глупости пожелал, а другой пожелал стать красивым, умным и богатым. И когда он таким стал, второй мальчик сказал, а что так модно было? Вот, и вот складывать деньги в кубышку, не, значит, тратить на дорогостоящие спортивные мероприятия. Может, не надо было, а надо было направлять в промышленный, технологический сектор, науку, образование. Ведь сейчас ведь очевидно, что так модно было. А что вы думаете, сейчас мы не вкладываем деньги туда же, куда мы вкладывали раньше, в строительство никому не нужных стадионов, по большому счету, вместо того, чтобы строить импортозамещающие заводы, в том числе в области авиастроения, космоса. И самое главное, что сейчас у нас просто беда, это микроэлектроника или наноэлектроника, как больше нравится, короче, электроника, да? То есть, еще раз, вот на поддержку авиастроения, про которое там, ну, вот я вам скажу честно, что меня радует та ситуация, которая сложилась у нас с точки зрения контроля государством за освоением тех же самых авиационных двигателей. То есть сейчас совещания, которые проводятся по нашей стране, связанные с поставкой двигателей и запуском их в опытную эксплуатацию и в серийное производство, курируются и еженедельно на самом высоком уровне проводят совещания, самый высокий уровень правительства. Там министры как минимум. Понимаете? То есть это не директора заводов сегодня решают вопрос, где какого болта в цеху не хватило. Вплоть до премьер-министра отслеживаются эти вещи. И это хорошо. Но при том, что поэтому и у нас и будет результат, по крайней мере, может быть, не 1000 самолетов, но наши самолеты, импортно-независимые, в ближайшее время появятся. Это 100%, я теперь вот точно это знаю. Я в туках могу ошибаться, но точно скажу, что вот здесь, я думаю, Александр, вам это тоже будет приятно, как авиастроителю бывшему, вопрос будет решен.
Но на все, на поддержание... Сильно сомневаюсь. Вот мне тут Рудской пишет, Александр Владимирович, для Ан-2 двигатель не можем воспроизвести. Какого он там года? 48-го? Стоп. Давайте вот не путать. Значит, про Ан-2 тоже можно поговорить. Дело в том, что этих самолетов у нас в России тупо просто нет. У нас нет таких самолетов, потому что мы давно перешли на польские самолеты. И когда началась специальная операция, а нашему флоту уже этому где-то 40, где-то 50, где-то больше лет, и бесконечное продление их летной годности, а нам поляки перестали поставлять запасные части к этим самолетам, а организовать их производство практически в стране невозможно, поэтому да, надо, потому что с нуля надо строить предприятие, инвестиции, оборотка, ну и как мы уже говорили, и дальше возникает вопрос, вы хотите частный бизнес говорить им заниматься, или и какой-то другой, какой-то нечастный бизнес будет заниматься созданием малолитражной, так скажем, авиационной отрасли, я условно говорю, я сейчас про другое. Так вот, на авиастроение выделили 170, по-моему, Мантуров говорил, что мало денег, 170 миллиардов рублей в этом году. 170 миллиардов рублей. Приоритет. А есть где-то, где у нас приоритетов больше государство выделяло? Конечно. Вы знаете, что сегодня уровень закредитованности населения по жилищному ипотечному строительству, да, то есть вот строительная отрасль по строительству квартир в Санкт-Петербурге, Москве и такого рода городах сегодня задолженность превышает 18 триллионов рублей. Поэтому у нас домики, человейники, коробочки в Москве растут, а вот с самолетами, хоть Ан-2, хоть Ан-15, условно говоря, здесь не так все хорошо. Кто-то расставил приоритеты не так. Вы правильно сказали, что денег при нынешней парадигме, в общем-то, кредит денежной, в этом кафтане не хватает. Но даже в этом кафтане, мне кажется, есть более важные дырки, а есть то, без чего можем подождать. И с точки зрения того, что если сейчас объем построенного жилья в крупных городах, которое не раскуплено, если даже больше ничего не делать, оно будет продаваться более чем 6-9 лет, то, наверное, точно можно было подождать с этими тратами государства. А когда мне скажут, так это ж люди заплатили, нифига не люди. Люди не заплатили, люди получили помощь от государства для того, чтобы влезть в эту петлю для себя. Таким образом, профинансировали государство вместе с населением, профинансировало, в общем-то, то, что, по большому счету, ни населению, ни государству не надо. Почему-то произошло, ну, а зачем Олимпиаду к себе или Мундиал затащить? То же самое. Можно было сделать завод? Можно. Можно было сделать два завода? Можно. Не может, они сделали. А что изменилось? А ничего. В этом году по-прежнему ничего не изменилось. Я и говорю, болото. То есть, вроде бы как ситуация критическая, но в стране все решалось точно так же, как до наступления этой самой критической ситуации. Поэтому в этой ситуации я так скажу, без эмоций, я не знаю, как это болото может раскачаться. То есть, то ли оно зарастет, то ли какая-то речка появится, которая его оживит. Вот не представляю, честно сказать. Я вот не вижу, что должно произойти, чтобы здесь... Вот противостояние, так сказать, двух сил, в том числе, которые так иначе касаются бюджетных приоритетов, на мой взгляд, они уперлись настолько, что вот я не готов поставить на ту или другую. Это первое. Второе, я бы готов поддержать, условно говоря, патриотически настроенную часть нашего правительства. Но вся проблема в том, что я вот на фамилии смотрю, у меня нет гарантии, что вот это вот наши, а это вот как бы не наши. Или наоборот, они то наши, то не наши. То есть как-то так вот, я только вот знаю как минимум одну фамилию, которая ну точно не наша. Да? Но она опять-таки не в правительстве, она в независимом банке работает, и потому она и не наша. А все остальные, они вот как-то туда-сюда там... Сложно. Вот они бы сделали две партии, как в какой-то стране. Вот это наши, а это не наши. Это значит патриоты, а это значит голубые, условно говоря. Было бы ясно, в смысле либералы, я извиняюсь. И было бы ясно, за кого голосовать. И кого поддержать. А сейчас кого? Вот я вот не знаю. Вроде как и много с кем общаешься, они сами как-то путаются в показаниях.
Ну, по недвижимости, кстати, хотели и сделаем отдельную передачу, разберем подробно. Мы просто говорили о проблемах в этом секторе, Владимир Николаевич, и цифру 6-9 лет, которую, ну, мы обсуждали, там, значит, если нас слушают специалисты по рынку недвижимости, они скажут, какие 9 лет, 6? Но это в том предположении, что темпы продажи жилья сохранятся на текущем уровне. 6 лет, тогда 6 лет. Ну, а как они сохранятся при тех вводных, которые мы сейчас имеем. Поэтому, ну, вот такая пессимистичная цифра 9. Это я на всякий случай, потому что, ну, у нас такой уровень передачи экспертный вдруг тут. А если еще производство будет в стране развиваться, то мы же людей из городов больше не отпустим. Мы будем давать 200, значит, 200, 250, значит, 250. Людям... Вот о валюте говорили, значит, вот у людей главное впечатление от 23-го года – это доллар по 100 рублей. За одну единицу американской валюты. А в 22-м году всех впечатлил рост рубля до 50 рублей за американский доллар. Вот я хочу сказать, что в медицине, это как вот при пилонефрите, опасное заболевание почек, воспаление. Вот когда вот показатели так скачут, температуры или какие-то другие жизненно важные показатели организма, ну, это считается нехорошо. В течение года это too much, в два раза. Ну, так это тревожный признак, как считаете? И что вообще с долларом будет, как думаете? Ну, смотрите, давайте откровенно. Значит, долларом-то все да, я не медик, да, я по первой профессии инженер электронной техники. Я скажу, что основной процент выхода электронной техники – это момент включения и выключения, потому что переходный процесс, понятно, да? То есть любой скачок, переходный процесс – это резко, кратно повышает уровень выхода из строя того или иного прибора. Поэтому такого рода скачки для любой системы являются критически опасными и выводят систему из равновесия, из нормальной работы. Это, мне это очевидно. Значит, в свое время, год назад, я четко говорил, что если мы начали год на уровне 75 рублей за доллар, и началось то, что началось, то, мягко скажем, совсем неразумно в условиях, когда есть и определенный профицит бюджета, который можно использовать на развитие экономики и всех остальных импортозамещающих производств, совсем неразумно уничтожать этот профицит резким укреплением рубля. Просто потому, что в долгосрочной перспективе не существует основания для удержания рубля на этом крепком уровне. Это и санкции, которые, безусловно, нас будут бить, и потолки, которые нам собирались вводить. Было понятно, что уровень бюджетных доходов в рамках той действующей или не действующей кредитно-денежной системы потребует определенного, так скажем так, ослабления курса рубля для того, чтобы пополнить бюджет. Это с одной стороны. Поэтому в ситуации, когда за счет невероятной скорости оттока капиталов из страны, капитал ушел, профицит бюджета, профицит текущих операций, торгового баланса, это, конечно, рубль укрепило. Но оно укрепило не потому, что экономика стала крепкой и сильной, оно укрепило потому, что скорость ограбления страны, которая происходила в этот момент, при этом курсе была в полтора раза выше, чем если бы она была 75 рублей за доллар. Потому что в этот момент все выгребали из России свои капиталы и ресурсы. И по цене 50 за одну ходку на тележке ты выгребаешь в полтора раза больше, чем если у тебя курс 75. И при этом ты еще грабишь бюджет. Поэтому то, что курс 50, при том, что пенсионерам в этот момент понравилось, что китайские товары стали дешевле, их порадовал. И бесполезно было спорить даже с экономистами, что это плохо. Это отзовется, безусловно, за счет переходного процесса. Меня критиковали, что я этого не понимаю, что рубль вообще должен быть 3 доллара, 3 рубля за доллар, условно говоря. Но бог с ним. То есть у всех своя вера в ту или иную, как вы, всем нравится. Нет, вот, допустим, проблем я в этом не вижу. Вот, отнимите несколько нулей, будет у вас рубль-доллар. Какие проблемы? Будет, как разговоры от индекса Биг Мака идут. Там по
Слушайте, вот эти, я сейчас не о том, я говорю о том, что по большому счету была проведена определенная валютная диверсия, которая позволила темпами ограбить страну с одной стороны и ослабить доходную часть бюджета с другой стороны. Вот. И когда, в принципе, каждого года темпы ограбления и ослабления бюджета были просто на уровне катастрофическом, следующий год, очевидно, стал вопрос, а что дальше делать? Денег-то вроде как. Были включены, так сказать, проблемы по нашим продажам за рубежом наших нефтяных и газовых ресурсов. Объемы упали, потолки в том или ином виде все-таки, ну, может быть, не до конца, но серьезно снизили валютную выручку. А наш бюджет по-прежнему зависел от той или иной доходной части, которая формировалась за счет именно экспорта углеводородов и другого сырья и материалов. Почему сейчас, вот, когда начали вводиться те или иные валютные ограничения, в первую очередь, какие компании были поставлены под контроль? Это компании, которые так иначе связаны с экспортом сырья и материалов разных переделов. Так вот, если себя не обманывать. И надо тут рассказывать, что бюджет больше не зависит от экспорта углеводородов. Да ладно. А что ж вы тогда контролируете только эти компании на внешнем рынке? Это вот тот факт, что мы слезли с нефтяной иглы, я слышал еще при предыдущем президенте. Или промежуточном президенте. Промежуточном президенте. Ну вот если подытожить, смотрите, в 23-м году импорт, ну, восстановился, наладили. Серый, значит, так называемый импорт или параллельный, экспорт снизился, как вы правильно заметили. Плюс еще не вся выручка поступает в страну. И в частности по объективным причинам, Владимир Николаевич. Потому что надо транзакционные издержки оплачивать, да, вот этого серого импорта. А еще часть выручки подвисала в результате перехода на расчеты в нацвалютах, в рупии, в юане. Но ну, клиринговые схемы, так называемые, но это они работают, когда более-менее адекватный товарооборот идет. А у нас с Индии, например, такого адекватного товарооборота я не наблюдаю. Вот что будет, если тренд продолжится с курсом рубля? Вот прям конкретный вопрос ставлю жестко. Ну, смотрите, здесь, на мой взгляд, ситуация непростая, да? То есть, с одной стороны, вот, а плохо ли или хорошо расчеты в национальных валютах? Если у вас торговые отношения с партнером сбалансированы, то это совершенно не важно. Я скажу, допустим, у нас наш завод имеет не только расчетный счет там, в долларах, евро, рублях, но и в белорусских рублях. У нас имеется расчетный счет. Почему? Потому что, когда у меня есть отношения с белорусскими предприятиями, они покупают у нас, мы покупаем у них. Больших проблем рассчитаться в рамках равных сумм с той и другой стороны не существует. Да. Потому что это сопоставимые объемы, даже это разные товары, но оценка понятна с разных сторон. Поэтому вопрос не в том, рассчитываетесь вы в нацвалютах или нет, а вопрос в том, а у вас вообще торговля между странами сбалансирована или нет. Почему я по БРИКСу, по поводу этой валюты, которая в БРИКСе вводится, я несколько пессимистично отношусь. А вы какой валюте собираетесь в БРИКСе рассчитаться друг с другом? У нас с Бразилией какие-то есть встречные потоки сопоставимые, которые могут нам помочь с ними рассчитываться то ли им в рублях, то ли нам в их валюте. Вот с Индией вопрос-то показали. Кстати, насколько я знаю, индийские представители, международники, очень сильно обижались, когда их начали упрекать в том, что вы с нами рупием рассчитались, а мы не можем ничего сделать. Он говорит, подождите. Ничего подобного. Мы вам платили доллары. Почему? Что-то вы своим рассказываете про рупии. Наши так тихо промолчали, мол, ну что вы там, не мешайте нам наших обывателей за нас водить. Где вы с рупией? Из-за этого деньги не можем из Индии вернуть. Как бы, ну, без комментариев, понимаете? Поэтому вопрос следующий. То есть, для того, чтобы вводить ту или иную валюту в обращение, у вас должны быть сопоставимые потоки. Значит, в этой ситуации, к сожалению, у нас существует явная проблема, она касается не только нашей страны, ведь такая же проблема, по большому счету, она есть и в Китае. Ведь Китай вроде большая, великая страна, она великая страна, безусловно, великая страна. Но Китай же не может торговать с Индией в юанях. Они все равно торгуют в долларах. Даже две мощнейших экономических державы, которые входят в первую пятерку по ВВП в мире,
они не могут между собой рассчитываться в национальных валютах. Они рассчитываются в долларах. Ценообразование внешнее сделано в долларах. Та же самая, в том числе и лондонская биржа, и все остальные биржи, которые контролируются партнерами бывшими нашими, теперь как бы не бывшими и не партнерами. Поэтому в данной ситуации вопрос возникает следующий, что если нам госпожа Света Шахидаровна говорит о том, что если мы дальше будем снижать профицит торгового баланса, и снижать профицит счета текущих операций, перевожу на русский язык, если мы и дальше будем зажимать возможность ограбления страны и вывоза даром материальных ценностей страны, то тогда у нас сложится ситуация, когда у нас не будет профицита того и другого, а в этой ситуации неизбежно снижение поступления валютной выручки от экспорта, а потребность в импорте сохранится. И в этой ситуации курс 100 рублей за доллар вам покажется сказочно хорошим. Понятно, да? Потому что только темп, снижение темпов разграбления страны в полтора раза от прошлого года к этому привело к ослаблению рубля, как вы правильно заметили, почти в два раза. И Центробанк именно на это ссылался, когда говорит, все, ну у нас же экспорт падает, а импорт растет. Ну и все тогда, и соответственно рынок предлагает такую ситуацию. Поэтому в рамках этой парадигмы, мы должны или продолжать позволить грабить страну темпами, которые позволяют удерживать рубль для комфортного для нас состояния, или как-то менять правила игры на этом поле. Такие предложения были, в том числе у меня. Эти вещи обсуждались, я знаю, этот материал проработан достаточно для этого. Возможности есть определенные, но они, я скажу откровенно, находятся на таком сложном уровне принятия решения. Там риски огромные для тех людей, которые скажут, а давайте попробуем. Это физическое устранение этих людей будет почти неизбежным. Я так скажу честно. И здесь это сложно, но с другой стороны, у нас же в России подобные операции делались в свое время, вспомним период после 17-го года. Не сразу, конечно, но и все то же самое. Это и сбалансированность внешней торговли, монополия на внешнюю торговлю, в том числе для этого было нужно. Запрет, практически уголовная ответственность за вывоз капитала из СССР. То есть это уголовная статья была. Вывез капитал, все, уголовка. Статья, причем очень большие сроки. А теперь вывоз капитала, это мы просто статистика. О, вывезли столько, вывезли столько, вывезли столько. А что надо сделать, чтобы не вывозить? Да ничего не надо, если не буду вывозить, у нас рубль упадет. Пускай вывозят, чтобы рубль не падал. Ну и что я должен по этому поводу сказать? Что мы как никогда умны? Или просто сверходаленные? Скажите тогда по поводу коэффициента Джини. Давайте зрителям напомним, что это такое. Это такой коэффициент расслоения от нуля до единицы. Единица – это когда в стране все принадлежит одному человеку. А ноль – когда все граждане получают одинаково. Вот прежний центр процветания, в кавычках это слово ставлю, Владимир Николаевич, крупные мегаполисы, которые вы так горячо любите. И, кстати, столицы нефтяных и газовых регионов тоже, там люди живущие просели сильно. Оживились прежде депрессивные регионы, но вам об этом сказали. Давайте не будем вдаваться опять-таки почему. И так понятно. Вроде это привело к снижению коэффициента расслоения, вот этого самого коэффициента Джини. Но вот у меня вот лично нет впечатления, что это надолго. Какое развитие будет у этого тренда, потому что этот фактор важен для внутренней стабильности в стране? Почему спрашиваю? Ну, смотрите, значит, давайте так вот откровенно, я по своему предприятию сужу. В первых 20 высокооплачиваемых работников завода, только 4 человека это управленцы, так скажем, завод управления. 16 – это рабочие. И
Да, это не просто рабочие, это высококвалифицированные, высококлассные рабочие. И эта тенденция у нас как бы она все больше и больше мы наблюдаем. Более того, мы понимаем, что мы можем в рамках дефицита товарной продукции на нашем рынке и дальше продолжать увеличить объем производства. Но в данной ситуации объем производства, если увеличивать, его можно увеличить за счет увеличения численности людей, высококвалифицированных. Соответственно, каждый рабочий, зарабатывая за счет того, что он, пускай и высококвалифицированный, и дорогостоящий, зарабатывает деньги, за счет увеличения объема производства он увеличивает объем валовой доходности этого предприятия. И уже эта валовая доходность этого предприятия является источником инвестиций в основной капитал с одной стороны, и с другой стороны увеличение зарплаты уже управленцев. То есть сейчас от заработной платы рабочего на предприятиях, на заводах начинает зависеть уровень зарплаты управленческого персонала. Понятно, да? Так вот, в этой ситуации, если в России сохранится тренд на возрождение производства и деиндустриализацию, я считаю, что борьба за персонал в цехах – это не на год и не на два. Это на десятилетия. Мы 30 лет гробили страну, поэтому 30 лет надо будет ее восстанавливать. Поэтому если по Это каким-то мы, случаям… Владимир Николаевич, вы не гробили, и я не гробил это самое. Ну, давайте. Ну, вы вот инженер по электронщик, да. Если бы вы этим занимались, у нас бы чипы были 7 нанометров. А так я даже не знаю, сколько они у нас там. Вот, поэтому не надо. Вот, на вас Хорошо. я эту ответственность не возлагаю. Простите за ремарку, вырвалось. Хорошо. Не, ну просто я так иногда читаю комментарии под роликами, которые мы выпускаем, и пишут, а где вы были в 90-е годы, почему вы там своих там в 15-16 лет не пошли и не сняли там Горбачева? Вы же понимали, что он дебил, да? Условно говоря. И теперь из-за вас вот так. А я в армии служил. Прикиньте, служил в армии, пока все вот эти антиалкогольные кампании проходили, когда ИПшников пускали там, штаны там каждый себе шил. Я в МАИ учился на военной кафедре, 85-й год, третий. Поэтому сказать, что это вот страну развалили из-за меня, ну, наверное, нет, но все равно же пишут, что из-за меня. Ну, пускай пишут. А, ну вы в этом смысле, хорошо. Хорошо. Разделяете ответственность правящих классов. Да, вы что дожили, вот и все, вот и получите. Вот. А ни Примаков ни при чем, ни Яковлев ни при чем, никто ни при чем. А вот те, кто студенты были в тот момент, они как раз все это и сделали. Ну ладно, я как бы Извините, немножко. да, просто это, мне кажется, Да. нужна была ремарка, поэтому я Да. вас... Поэтому, если страна почему-либо все-таки будет двигаться по направлению, а оно, видно, придется, понимаете, вот что-то может быть, что-то нет, но ведь будет вкладываться в танкостроение. Ну, нельзя без танкостроения, ну невозможно без танкостроения. И без авиастроения невозможно. Но там миллионы рабочих мест. Не офисного плантона, там миллионы рабочих мест. Без этого никак. И, соответственно, я сейчас прихожу к выводу, что больше в столичной агломерации при нынешнем спросе на промышленные работы, так скажем, уже не откачать людей. Люди в стране закончились. Все, люди в стране закончились. Нет больше людей в стране, чтобы перетянуть их в Москву и Санкт-Петербург. Может, какой-то еще остаточный момент еще будет, но с другой стороны, я вот общаюсь с теми, кто в свое время, в том числе, уезжал из разных городов. Не только Череповца, я ведь по Росину, где работал. И многие начинают возвращаться обратно по городу. Почему? Они говорят, ребят, я не могу, мне жалко 4 часа в сутки каждый день тратить на дорогу. Это просто невозможно. Я устаю, Некоторые около 8 я не плавают. работаю, я семьи не вижу, я детей не вижу, я ничего не вижу, просто потому что я живу в Москве. Я не хочу прожить жизнь так, чтобы ничего, кроме вот высокой зарплаты и коробки, которая меня окружает, ничего не видеть. Не хочу. И в ситуации, когда уровень жизни худо-бедно в регионах, начиная за счет производства подниматься, дальше возникает вопрос, а почему? Вот
меня критикуют. А зачем вы разговариваете в Ютубе? Вы потратили там столько-то времени, рабочего времени, вы должны были в это время управлять заводом. Ребята, я вам скажу честно, так, времени у меня навалом, вот просто навалом. Я работал в Москве, вот там у меня времени не хватало. Вообще времени навалом. Вот я проснулся, там часовая зарядка, через 15 минут я на заводе. А если я живу на даче в выходной день, то 25 минут я из Соснового города езжаю до проходной. 25 минут. Вы еще из подъезда не можете выйти там в Москве, найти свою машину и выехать со двора, потому что хрен выедешь. А у меня машина стоит прямо у подъезда, как и любого другого чиповчанина. Вышел, сел и поехал, условно говоря. Понимаете? И обратно у меня там 15-20 минут ехать. Ну, у кого-то может быть 40, не знаю. Но не 4 часа в сутки выходит. Вот за эти 3 часа в сутки, в неделю это, извините меня, 4 часа умножить на это время, получите времени ну, на любые развлечения. На любые. И в данной ситуации, как бы это помягче сказать, значит, вот в офисе, я не знаю, как вот сейчас, но, допустим, у меня смена закончилась, люди отработали 4 часа они дома. Ну, кто-то полпятого. У них впереди целый день свободный. Дети, возможность заниматься собой, ходить в кружки, фитнес и все остальное. Люди могут собой заниматься. Да, кто-то работает чуть больше, но это не поголовно. Поэтому в городе там два ледовых дворца, там 11 бассейнов, парки, театр, который, кстати, билет еще попробую купить, в театр попасть. Нам надо за месяц покупать билеты. Ну, если не успел, тогда можно слетать в Москву и Питер. Утром, вечером, и днем, и в обед, и в ужин, и в полночь летаешь в самолеты туда-сюда. 40 минут ты в Москве, 40 минут ты в Санкт-Петербурге. Вы с края Москвы не надо доберешься до Санкт-Петербурга. Москвы и Санкт-Петербурга. Это вы еще не в Москве, не надо заблуждаться. Вы больше времени потратите добраться куда-то в Москве, чем вы летели до Москвы, Владимир Ильич. Ну, тогда, в конце концов, Чайповцы это все-таки международный аэропорт. Значит, один час и вы в Минске. Так проще. Там попроще. Поэтому вот здесь вопрос на том, что... С точки зрения, будет ли дальше отток населения в Москву и Санкт-Петербург, если будет развиваться промышленность, я абсолютно убежден, что при сохранении тренда на экономическое развитие, промышленное, безусловно, здесь потребуется индустриализация в том или ином виде, но при любом раскладе. Мне говорят, а как же айтишники? Ребята, айтишники тем более. Ну, на какой вот ляд, вот представляете, вот антишнику сидеть на 17 этаже в студии в Москве или в Сосновом Бору в речке? Нет, вообще все равно, где работать, это абсолютно точно. Поэтому, с точки зрения, это еще одна проблема, по которой я понимаю, что Москва, ну, мегагород как таковой, хотя, возможно, будут эту проблему пытаться решать так называемым 15-минутным городом. Но 15-минутные города организовать, конечно, можно для офисного понтона. Но производство в рамках 15-минутного города организовать невозможно. Особенно сложно. И вот здесь, ребят, кто боится 15-минутных городов, ну, еще раз подумайте о том, что сейчас в провинции вполне себе можно. Правда, для этого надо иметь профессию. Надо ей учиться. Еще один существенный вопрос бытия затронем. Всем зрителям интересно. Я вот специально так вот подобрал сегодня вопросы к нашей беседе, чтобы это вот было жизненно. Бюджетный импульс, цены я имею в виду, обсудим. Бюджетный импульс привел в том числе к росту платежеспособного спроса, но не привел к росту предложения товаров, ну и услуг, соответственно, тоже. Это тоже влияло на рост цен в 2023 году, как и рост курса доллара. Вот как оцениваете ценовое ралли в 2023 году и что будет с ценами в 2024, Владимир Николаевич? Я оцениваю ценовое ралли в 2023 году как абсолютно предсказуемое и оцениваю ралли в 2024 году как абсолютно предсказуемое. Объясню свою позицию. При всем своем непонимании лояльного отношения людей, отвечающих за безопасность страны к Центральному банку,
нашей страны. Я понимаю, что некоторые фразы руководства Центрального банка все-таки периодически бывают где-то разумными. И в какой-то момент глава Центробанка Набиуллина сказала, что в принципе для того, чтобы цены не росли в стране, нам необходимо увеличить объем предлагаемых товаров и услуг. Понятно, да? То есть, если мы товары, объем товарных, товаров и услуг увеличим, предложение, то цены расти не будут. А если мы не увеличим предложение товаров и услуг, то цены будут расти просто потому, что существует определенный дефицит предложения товаров и услуг. Понятно, да? Логично. А дальше у меня возникает вопрос. А что Центральный банк сделал для того, чтобы можно было увеличить предложение товаров и услуг на нашем рынке? Чтобы увеличить объем производства товаров и услуг, необходимо увеличить был объем кредитования предприятий примерно во столько же, сколько раз вы хотите увеличить объем предложения. Верно? Это как минимум, вообще больше. Да. Так вот, если мы говорим, что наша экономика импортная и валюта зависимая, и уж у нас до 70% себестоимости нашей продукции составляют материалы, сырье, даже если эти нашего производства все равно выражаемые в долларах, скажем, никель, медь, олово, алюминий, это все в долларах. Все в долларах, даже если это наше. Соответственно, с точки зрения кредитование промышленности в долларах, оно выросло или уменьшилось? Значит, так как в рублевом эквиваленте за год объем кредитования банками вырос примерно на 17% в рублях, то это равносильно тому, что в долларах у вас во сколько раз снизился объем кредитования наших производств, которые работают с валютным ценообразованием. Изменение курса. Процентов на 30 объем оборотки у нас, получается, снизился. Нет, подождите, в январе 70 долларов был, я точно помню, 75 это уже после каникул, а на пике стоит 38%, почти на 40% снизился объем кредитования. Да, таким образом, понятно, у нас же не все импортное, у нас все равно что-то есть отечественное. То есть, в общем, и так скажу, Центробанк сделал все возможное, чтобы даже оборотных средств у предприятий не появилось. А учитывая, что у нас логические цепочки выросли, и у нас сроки поставки материалов и всего остального для производства, если раньше было 10 дней неделя, то теперь она вырастает до полугода и года, то производственные циклы у нас удлинились. Соответственно, предприятия потеряли оборотку благодаря действиям Центрального банка. И при всем желании увеличить объем предложения товаров вы не можете. А хочется, тогда Китай. А Китай это что? Правильно, а Китай – это трата валютной выручки и высокий импорт. А высокий импорт к чему приводит? К падению курса национальной валюты. А к чему приводит курс национальной валюты? К дальнейшему вымыванию оборотных средств на предприятиях со всеми вытекающими последствиями. Поэтому с точки зрения того, что мы сейчас наблюдаем, вот эта вот петля, которую Центробанк вокруг шеи страны повязал, она неизбежно будет затягиваться дальше. По спирали. И я не вижу никаких оснований, почему в следующем году удастся вырваться из этой петли, если мы не поменяем. То есть надо увеличить объем предложения товара. Своего производства, не импортного. Если мы импорт предлагаем, да, он дешевле. Но вся проблема в том, он, конечно, дешевле. Но что такое импорт, который дешевле? Это значит, что наши добавленная стоимость уходит туда, а не на развитие своего производства. Я понимаю, что сегодня, говорить о том, а у вас плохие там двигатели, а у вас все плохо. Да, у нас все плохо. 30 лет все гробили, поэтому все хуже, чем в Китае. Это факт. И дороже, и менее качественно. И что дальше? Вы ничего не будете делать? Или, может, все-таки в бассейн воду нальем, прежде чем тогда будем пластов запускать? Поэтому в данной ситуации я скажу откровенно, при такой политике дальнейшего зажимания производств, которое не позволит нам самим увеличить предложение товаров и услуг, у нас неизбежно произойдет дальнейшее ослабление национальной валюты. Потому что мы будем всю ее отдавать на дешевый импорт. Это факт. Самое интересное в этой ситуации, что если ее отдавать на дорогое отечественное производство, ситуация будет, как ни странно, обратная.
Но это будет дорого. Но напомню, что так называемая страна Англия, которая потом стала Великобританией, именно за счет этого вот фокуса в свое время превратилась в супердержаву. Она запретила вывозить из страны ту же самую шерсть, просто шерсть. Занялась, да. И запретила поставлять в страну шерстяные ткани. И все. То есть ничего нового под Луной. Поэтому сказать, что это как бы вот ваша теория не работает, ну да, как же она не работает? Очень даже работает. И та же Великобритания в свое время, когда управляла Индией, любое производство в Индии, даже мастерской, считалось уголовно наказуемым преступлением. Статья была. Все должно быть производство в Англии. Там у вас только услуги. Поэтому это не теория, это практика, отработанная на туземцах. Сейчас мы за туземцев. Не, вы можете возмутиться, сказать, нет, мы не туземцы. Мы очень умные. Мы великие. Нас дедушки войну выиграли. Выиграли дедушки, а мы нет. Мы пока вот так. Не, ну вот эта тема с величием, она заслуживает вообще отдельного разговора. Как-то мне тоже надоело эта торговля величием в оптом и в розницу. Сами-то что-то делать будем или нет? Следующий вопрос конфликтный, Владимир Николаевич. То есть давайте постараемся его как-то так пройти цивилизованно. Если бы сейчас вот нас слушала уважаемая вами Эльвира Сахибзадовна, она бы вам сказала, ну как мне увеличивать кредитование, если на предприятиях работать некому? Это приведет к перегреву. Действительно, ну сейчас не будем с ней спорить заочно, понятно тут. Позиция сторон понятна. Но действительно, ведь безработица в 2023 году была на уровне 3%. В Череповце, вы говорите, там она на уровне нуля, но вот в среднем по стране 3%. Экономисты называют такую безработицу фрикционной. То есть люди просто меняли места работы. Переманивали их, может быть, или там, ну, какую-то лучшую работу люди искали. И вместе с этим отрадным, казалось бы, фактом налицо, и вы об этом тоже сказали, жесточайший кадровый кризис. Вот теперь вещь, которая неоднозначно понимается. В 22-м году из страны уехало много мозгов. В 23-м году, говорят, вроде часть из них вернулась, но Наталья Зубаревич, ладно, скажу все-таки фамилию, наш известный эконом-географ, оценивает оставшихся там наших релокантов как 500 тысяч минимум. Вот 500 тысяч как минимум не вернулись. И тут вопрос, в общем-то, не в количестве, а в качестве, да, это нужные люди. Выживание страны это вроде под вопрос не ставит, а вот развитие это, по-моему, ставит точно под вопрос. Что скажете по этому поводу?